У Игоря Барабаша там попортилась проса, и мы привезли, теперь надо его куда-то девать, это проса. У голубей уже подняли. О. И что вы думаете, как поднять? Я думал, веревка там, которой корм поднимали. А ты на себе, тебе там ходить-то будет, как подползать будешь. Куда? Потому что проход-то я сделал внизу, а дальше она не пройдет, там вверху-то уже. Нет, ну я легко поднимусь-то. Ну смотри, как это, я даже не знаю. С Божьей помощью-то, что не понятно? Ну давай, ну я очень даже боюсь за тебя. Зачем бояться? Что ты такой? Ой-ой-ой. Господи, помилуй, благослови. Невероятное. Вот ты маленький человек. Там как-то открывай. Смотри, закрепись сначала. А замок внизу оказался, потом взять. В случае чего бросаю ее сюда и все. Так, наделась она лестницу. Открой дверку-то ладом. Она цепляется, смотри, не чебурахнись. Вот, теперь в самом низу. Нет, не прямо ее делай, на бок клади, вот так вот, вот, вот. Теперь положи и тяни тем боком. Горловиной на себя. Ты не ломай ее. Ты только, видишь, я там тесал внизу. Опусти ее сюда. Почему я думал веревкой поднимать? Горловину на себя, держи на себя горловину. Тебе есть за что браться будет. Вот так. Теперь давай ее туда. И наклоняй. И чтобы она по низу пошла, не опять ты. Она чтобы легла на самый низ. Еще ниже, ниже. Она прямо легла. Вот теперь попробуй. Ну мало, мало вы прорубили. Что, не уходит? Мало, мало, конечно. А ну ты обожди, ты кверху не поднимай, она не пойдет. Все нормально. Я же вижу, что. Нет, нет, это невозможно. Вот, вот мизгирь. Ты. Ну где-нибудь там уж построишь, ясное дело, что теперь ты ее не выпустишь. Ты прямо крышу всю свернешь. Самсон. А ну-ка пусти на самый низ, не пойдет она? Последнее только осталось. Теперь ни туда, ни сюда, тебе не вылезти оттуда. Нет, вверху я не трогал, она совсем там же уже. Уже я внизу стесал сегодня. Пониже опускай. Во! По самой низинке. Опять поднимаешь кверху ее. Я ее не поднимаю. Ну-ну-ну-ну, давай. Она же здесь это, упирается, доски. Доски. А куда упирается? Ну доски, доски здесь. А-а-а. Ну не знаю тогда. Тут моя консультация не поможет. Взять топором, да поколотить отсюда ее. А ты ее расколотишь, она совсем не будет дырявая. А да-да-да-да-да, прям рядом. Ну еще маленько, маленько, маленько. Тот край тяни на себя, тот. Во-во-во-во-во-во-во. О, слава тебе, Господи. Теперь найди, куда поставить, чтобы не на крышу. Не на крышу, а так где-то на карниз или как-то. О, пришел белый, а. Да, белый подошел вплотную ко мне. Я сейчас залезу к тебе, Володя. Здесь видите, вот, вот. Надо как-то поставить и высыпать мешки. Может, сюда и поставить? Поставь, чтобы только она на крышу не давила. Посмотри, может, там, где банки стоят, туда можно поставить. Где банки с водой. Я тебе потом замочек брошу, замок упал. При мне еще. А тот ураган лает. О, я говорил-то, отгадайте, куда это мы приготовили такую страсть. Здесь 6 и там 6. Здесь же нет ничего. Берешь только то, что есть.
клен горбатый. Вот видите как. Четыре лестницы. Вот две лестницы деревянные, одна железная, одна лежащая. И пятая с той стороны. О, тут и капкан, если крысы появятся. Капканов у меня хватает. Наверное, штук 20. И больших. Больших, которые, ну, на большого более зверя. А какой зверь? Да бог знает, лиса может куриц таскать будет. Уже было такое. Две дуги у него. Ну все, я тогда ухожу.